Здравствуйте. Магазин очков Optic Mall представляет обзор коллекции Ray-Ban Junior солнечные очки для детей от известного бренда. На примере данной модели 9052 рассмотрим все ее отличительные особенности. На левом заушнике указан номер модели, номер цвета, размер, длина дужки и степень защиты. На левой линзе, как и во взрослой коллекции, указана гравировка RB. Она бывает как изнутри в данном случае, так бывает и снаружи. На правом заушнике указано название бренда Ray-Ban JR Junior, буковка T, это знак, где произведены очки, и CE, сертифицированного в Европе. На правой линзе сверху также белый шрифт, логотип Ray-Ban. На заушниках, как и в модели New Wayfarer, сделан логотип, он немножко утоплен. То есть вот чуть-чуть его видно, он выступает над поверхностью оправы. В принципе, детские очки полностью повторяют взрослую коллекцию, только они меньше. У них есть и кругляши, это вот новинка 16 года, только получили мы их еще. Это новая версия Эрики 4171 во взрослых очках. Это вот модель 9060, детская Эрика. Это всеми любимый авиатор. Вот он более таких, бывает ярких цветов, розовый, например, для детей. И, ну, тот же самый Клабмастер, только вот в маленьком выражении, в маленьком исполнении для детей. А комплектация также отличается. В детских очках чехольчик вот такой мягкий, с нашивкой Ray-Ban, она прострочена. Он бывает такого синего, яркого, с красной этикеткой и бывает оранжевый. Внутри нет салфетки, но есть вот такой буклетик про линзы. Стандартный, так же, как и в взрослых очках. У нас представлен достаточно большой ассортимент детских очков Ray-Ban солнечных. Вы можете примерить их в наших салонах на Краснопресненской и на Бауманской или посмотреть в интернет-магазине opticmall.ru.